Комитет Государственной Думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи предложил ряд мер по повышению физической активности граждан. Домашняя изоляция, которая введена в Москве, в области и в других регионах, негативно сказывается на здоровье людей. Мы видим, что снижена в разы физическая активность, закрыты спортивные клубы, фитнес-клубы, ограничено перемещение людей. И в этой связи мы ожидаем, что через месяц, два, три, когда мы поборем эту заразу, многие люди получат лишний вес и целый букет сопутствующих заболеваний. Мы считаем, что с этим также нужно на государственном уровне бороться. И такой пакет мер будет предложен от фракции ЛДПР председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину завтра на встрече Владимира Вольфовича Жириновского и нас, председателей комитета, членов фракции ЛДПР с